Доброго времени суток, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Наконец-то я продолжаю делать КАМАЗ от фирмы ICM. И сегодня буду красить кузова и части кабины. Почему произошла такая задержка? Жду посылку от друга. Она потерялась в пути и все никак не может дойти. А там должна прийти мне смоляная решетка на КАМАЗ с надписями, с надписью КАМАЗ. Кто смотрел ранее мои части, мне пришла решетка немножко с дефектом. Видно, при пересылке пострадала. Да и без букв КАМАЗ как-то это все-таки не КАМАЗ. Вот, поэтому жду решетку, чтобы ее заменить. А посылки уже полторы недели нету. Как бы сначала друг ждал, когда ему придет заказ. Вот, и он поделился со мной решеткой, отправил ее мне, но никак не могу получить посылку ни с лаком глянцевым, ни с решеткой. Поэтому решил пока сесть и продолжать работу над КАМАЗом дальше. А точнее сделаю пришейдинг кузова и покрашу сам кузов. Буду мешать краски Tamiya. Вот. И какой цвет получится, посмотрите в видео. Заодно поделюсь с вами своим рецептом. Как я мешаю, какие мешаю краски от фирмы Tamiya и Мистер Хобби. Ну и кое-какие части покрашу сиденье и что-то в кабине. Ну, сейчас будем делать сначала пришейдинг, поэтому смотрите. Через пару секунд начну покраску. Развел краску. Пришейдинг буду делать краской Tamiya XF1 матовый черный. Начинаем покраску. Для чего делается пришейдинг? Наверное, для того, чтобы выделить более темные участки, какие-то либо впадины на модели, что добавляет саму смотрибельность.
Сделал пришейдинг. Немножко подкрасил кабину, двери. Ну а теперь заправлю аэрограф черной глянцевой. И покрашу диски колес и покрашу сиденье. Посмотрел на многих фотографиях сиденья черные, поэтому можно их сделать немножко глянцевыми. Черный дермантин. Вот. Ну, сейчас продолжим красить. Сделал пришейдинг на кузове, подкрасил двери, пол кабины. Саму кабину я буду делать и крышу светло-серым тоном, ну или каким-нибудь серым. Вот. Двери будут защитного цвета. Так вот получилось все. Затянул с покраской, думал быстрее справлюсь, но решил пока в аэрограф черная краска заправлена. На всякий случай прошел еще раз по раме, чтоб не было никаких непрокрасов. Посмотрел все ранее покрашенные детали. Тоже все подкрасил. Такие вот получились сиденья автомобиля. Вот, куда еще одно делось? Вот оно. Вот такие вот сиденья. Короче, все, что нужно было покрасить черной краской, я покрасил. Ну, в следующей части буду уже мешать краску защитную и буду продолжать покраску. Покрашу кузова и буду ждать долгожданную решетку. Ну, на этом, наверное, буду заканчивать. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. И следите за выходом новых частей по покраске, по моделированию. Спасибо тем, кто уже подписан на мой канал и кто комментирует работы. Всех благ, друзья, вам и вашим близким.